Случайные прохожие, жители и гости итальянской Генуи стали свидетелями необычного выступления на площади перед главным оперным театром города. Десятки артистов Астана-опера в казахских национальных костюмах исполнили отрывок из оперы «Абай». Восторженные прохожие с удовольствием снимали происходящее на смартфоны и не скупились на аплодисменты. Этот перформанс – часть рекламной кампании казахстанского театра перед итальянской премьерой оперы «Абай». Произведением Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди «Астана-опера» открывает гастроль в театре Карла Феличи. Более 300 человек – артисты, музыканты, костюмеры, гримеры и специалисты технической части – прибыли в Геную, чтобы представить оперу во всем ее великолепии. Посредством музыки, языка великолепной поэзии Мухтара Ауэзова, посредством этой очень драматической истории, вот мы будем стараться рассказать этот потрясающий и оперный сюжет, и в то же время тот второй план, тот месседж, который показывает о том, что говорит о том, что Казахстан – это страна огромной духовности. Итальянская премьера оперы «Абай» на казахском языке прошла в театре Карла Феличи. Построенный в 19 веке, театр пережил сложные времена. После Второй мировой войны ему предстояли долгие годы реконструкции. Сегодня его большой зал вмещает около 2000 человек, а на сцене выступают прославленные коллективы со всего света. Астана-опера уже выступали в нашем театре. В прошлом году здесь с успехом прошел балет «Спартак». Если говорить об опере «Абай», то она, я думаю, самая грандиозная в репертуаре Астана-опера. Она показывает традиции казахского народа. Я думаю, что для жителей Генуи будет интересно увидеть именно этот спектакль. Насколько я знаю, практически все билеты распроданы. Сюда приедут люди со всей Италии. Для итальянского зрителя предусмотрены субтитры, а сам спектакль транслируется на 40 стран мира. Драматическая история захватила всех зрителей, не отпускала и, казалось, проникла в сердце каждого из них. Это просто необычайный опыт. Впечатляет сценография, необычная история, герои, костюмы и, конечно, голоса. Они немного отличаются от тех, что мы привыкли слушать. Они теплые, завораживающие. И сама история красивая и самобытная. На этом итальянские гастроли для отечественного театра не закончатся. Вскоре казахстанцы порадуют итальянскую публику еще одним шедевром – знаменитой симфонией номер 9 Людвига ван Бетховена. Айдана Карибжанова, Малика Назарова, Нурсултан Заманбеков, Хабар 24, Генуя, Италия.